посылочка с сайта iHerb, третья посылка в декабре у меня. Посылочка шла служба DHL, дошла довольно быстро, за 5 дней, ну как всегда, впрочем. Отправлена была, по-моему, где-то за 2 дня, поэтому, в принципе, все быстро, оперативно. Тем более, что что-то было срочное. В этой посылке у меня есть несколько, ну как всегда, что-то есть то, что я впервые заказывала, что-то есть из повтора. В основном здесь, конечно, больше, как всегда, нового. При распаковке, возможно, это будет видно, вот заказала вот такой гель для посуды, такой как жидкость для посуды. Ну, это первый и последний раз я заказываю, потому что я заказываю там и по цене, там по объему, по-моему, больше. Картинку я поставлю на видео, потому что не помню сейчас я, какой именно. Ну, вот, вот этот я заказала гель, он без пломбы, и он, конечно же, протек. Там он в пакете был, протек. Так банально все было упаковано, вот еще забыла шоколадку. Например, вот шоколад, он валялся просто в посылке, вот в такой бумажной как бы обертке. Даже немножечко, по-моему, на него прошло. Но это, конечно, натуральное средство, не химия какая-то. Ну вот, например, странность в том, что, например, шоколад, продукты с химией, ну, возможно, это лучше не заказывать, ну, как бы не получается тоже все по-правильному делать. Вот, например, почему-то при этом БАД, который упакован там с пломбой, со всеми вот этими штуками, положили в клёчек. Даже еще его не раскрыла, чтобы показать абсурдность. Вот. Ну, гель, он, конечно, был заклеен, проклеен в упаковке, но, видимо, болтался сильно по коробке. Коробка была большая, больше, чем надо. В общем, так получилось, что он протек, но благополучно как бы все, в принципе, ничего он не залил, не успел залить, он в каком-то уголке таком как бы. Вот, ну шоколадка пострадала, только обертка там внутри такая, как бы, даже не фольга, все равно бумажная такая штука. Вот поэтому вот этот я гель не буду заказывать первый и последний раз. Я, в принципе, с опаской, у меня уже были там опыты, я в жидкой форме там какую-то заказывала, в жидком виде гель для стирки. Тоже у меня он почти весь вытек. И с тех пор я стараюсь порошки заказывать, ну, в жидком виде не заказываю, а вот гель для посуды еще хорошо доходит. Метод гель, ну, я в основном его из-за банок заказываю, там состав не очень хороший. А здесь вроде состав хороший, лимон, мята, запах такой приятный, написано, нарисовано, что посуда, даже детская как бы бутылочка нарисована, то есть он безвредный, все. Но так далеко, как в Украину, лучше не заказывать. Может, и в Америку он нормально доходит, по Америке, близко, если. Вот, поэтому не рекомендую его заказывать. Пломбы здесь нет. Вот я заказываю гель для посуды, жидкость. Там вообще она с пломбой доходит идеально. Вот. Ну, вот как всегда хочется каких-то экспериментов. Здесь без СЛС, без содиум лаурит сульфата, без всяких там вредных, как бы написано, парабенов там. Вот. Объем 651, но здесь объем меньше уже, конечно, он вытек. Вот такие заказала шампуни. Тоже мне для разнообразия захотелось, надоело. Я люблю очень BWC марку. Ну, решила в целях как бы экспериментов. Я эту марку, кстати, хотела еще в самом начале заказать. Что-то, по-моему, я даже заказывала. Ну, как только на iHerb начала заказывать. Но меня там испугали отзывы, что здесь не очень хороший состав. И все такое. Ну, в принципе, состав здесь как бы такой 50-50, ну, есть и много полезного всего. Я прочитала, что это получается шампунь и кондиционер с биотином. Вот это получается шампунь с биотином, бамбук, по-моему, что такое. И кондиционер тоже с биотином. Ну, получается, парочка такая. Написали в отзывах, что кондиционер супер-супер увлажняет волосы, супер такие мягкие, прям моментально. Ой, ну, мне есть с чем сравнить, это возможно, если не с чем сравнить, и после каких-то там химикатов. Я попробовала уже, я сегодня получила посылку, и специально я так уже поэкспериментировала, потому что много всего нового, чтобы не быть голословной. Я, конечно, еле расчесала волосы после него, шампунь, конечно, пенится слабовато. Если BWC я беру мята-розмарин, то мне хватает, и чайное дерево, то мне его хватает, ну, на один раз смывать, а этот мне пришлось шампунь 2 раза. Как бы он отмывает хорошо, вымывает волосы.
ну, нанесла кондиционер, как бы волосы, конечно, такие очень сухие, как бы у меня крашеные волосы, то есть, как бы они, у меня жирные, я каждый день мою, но на концах как бы суховатые. Я поэтому всегда пользуюсь еще там несмываемым кондиционером. В общем, хотела там в целях экспериментов, думаю, там в отзывах сказали, что супер смягчающий, он очень мягкие волосы. Я думаю, вот сейчас без расчешусь, без своего несмываемого, тоже от BWC у меня несмываемый кондиционер, в принципе, пока самое лучшее, что я видела. В общем, эксперимент не сильно у меня удался, потому что, ну, пришлось все-таки пользоваться, чтобы расчесать волосы несмываемым кондиционером. В принципе, мне понравилось вид волос, очень понравился. Он мне не вспушил волосы, там, не увеличил в объеме. В принципе, такие волнами, живые, свежие такие волосы, увлажненные. Такой, в принципе, шампунь можно пользоваться. Я в основном переливаю у меня как бы с дозатором бутылки там, от предыдущих всяких средств. Шампунь, ну, не сильно жидкий, не сильно густой. В принципе, его отсюда можно выдавливать. А бальзам вообще как бы его не выдавишь вот из такой штуки, потому что это даже не кондиционер, это какой-то такой крем очень густющий. Вот такой густющий крем. И то есть его будет очень неудобно доставать. Поэтому я его однозначно буду переливать с дозатором в бутылку. Как бы вот такие первые впечатления от этого шампуня. То, что здесь биотин, как бы очень хорошо, не знаю, никогда я не брала, там на сайте Херб есть с биотином шампуни, знаменитые там на первом месте этот шампунь, его там очень сильно превозносят, но опять же превозносят, потому что за доллар его купили, чтобы рейтинг себе повысить, пишут, я даже его не беру, потому что нормальные там адекватные отзывы, в основном негативные. Все эти шампуни с биотинами, которые за доллар раздают, потом люди, которые хотят себе рейтинг повысить, они, конечно же, не пробуя, даже там пишут дифирамбы, пишут о составе, как он должен действовать. Ну, как он должен действовать одно, а по факту почти никому этот шампунь не подходит. Это Avalon Organic, вспомнила название, пока говорила. Ну, в принципе, мне эта парочка, как бы, я не знаю, я, конечно, допользуюсь. Вот. На данный момент вот такой отзыв. Если что-то поменяются какие-то у меня, будут интересная какая-то информация о этих средствах, я, конечно, расскажу. Фолиевая кислота, алоэ вера. Из того, что я вижу, здесь биотин, как бы, вот, всякие там вода, глицерин. Как всегда, витамин Е, аскорбиновая кислота, витамин С, экстракты алоэ, водоросли. Вот. Ну, состав хороший, запах приятный. А, еще он пахнет мятой, и бальзам, и шампунь мятный такой. И еще такое приятное свойство, мне, по крайней мере, нравится. И, кстати, это было решающим, когда я читала отзывы. Он имеет такое холодящее действие, такое охлаждает как бы кожу, освежает, то есть особенно, наверное, летом это приятно. Из новинок я еще заказала давно вот эту штуку, видела, она постоянно, это Madre Labs, концентрированный экстракт зеленого чая. Я до этого пользовалась от Сибу Beauty, я пользуюсь, уже два раза заказывала, тоже как дневной крем такой с облепихой, тоже они по акциям. Периодически его раздают. Камелия и зеленый чай. В принципе, я попробовала. Очень хорошо, легкое такое действие. Вроде как кожу жирной не оставляет. На руках приятно. Цвет у него не белый. Запах странный. О, кстати, вот уже немножко выдавилось. Цвет вот такой у него как бы немножко кофейный такой, можно сказать. Впитывается он моментально. Приятно так увлажняет. Пахнет. Ну, пахнет как-то так странно. Он пахнет такие немножко кислотами какими-то. Здесь ресвератол, гиалуронка, зеленый чай. В общем, состав бомбезный. Действия должны быть хорошие. Мне главное, чтобы он был легкий. Поэтому вот я его заказала попробовать. Еще хорошая такая была скидка на него. Его раздают по $9. Там здесь написано, что хорошо увлажняет. Балансирует тон кожи. Ну, в общем, вот такой отзыв очень, в принципе, хороший. Состав здесь вода, глицерин, сорбитал оливат, экстракт from из камелии, зеленый чай, экстракт ликса, роза, фруктовый экстракт, ресвератол, чайное дерево, цитрусы. Ну, в общем,
такой натуральный состав. Обычно в стекле такие штуки идут. Вот это идет в пластике. В принципе, ничего с ней не случилось по дороге. Из новинок, ну, для меня новинки. Это, конечно, не новинки. На сайте это, видимо, давно. От Riva Labs я заказала тоник. Я как-то тоники никогда не понимала. Ну, возможно, у меня просто не было информации. Вот недавно узнала, что после умывания наша кожа очень много теряет влаги моментально. И буквально там в несколько секунд надо ее быстро увлажнить. И пока мы нанесем крем, ну, как бы тоник, он обычно наносится перед кремом для увлажнения кожи, чтобы там лучше впитался крем, лучше он воздействовал. Вот, ну, этот тоник по составу очень такой бомбезный. Здесь коллаген, эластин. В общем, там для, написано, что для сухой кожи. У меня как бы жирная кожа. Ну, в отзывах прочитала, что и для жирной нормально. Окей. Вот, поэтому я заказала. Состав такой, как бы, можно сказать, даже омолаживающий для стареющей кожи. Без парабенов. Вот, здесь в составе есть, нету спирта. Масло ши, вода, глицерин, пропанедиол, полисорбат 20, ПЭК 50, масло ши, коллаген, гидролизованный эластин, витамин Е, ацетат, ромашка, экстракт, гиалуроновая кислота, это вот в такой последовательности, цитрусовая кислота, витамин А. Ну, такой тоник. Единственное, я сразу говорю, что он немножко неудобный. Ну, кстати, похоже, что там гиалуронка есть. Там вот такая вот мутность, такая как бы похожа на состав, когда гиалуронка. Он такой прозрачный. Его надо, конечно, с распылителем перелить куда-то, потому что я вот так вот ливанула, очень много вылилось его. Он просто как водичка. Рекомендую его вот так вот опять вот он. Рекомендую его наносить руками, не, ну, потому что вот, например, азиатский способ нанесения тоников, он считается, чтобы не травмировать кожу, он наносится пальчиками. То есть поэтому все тоники наносятся там буквально сразу после умывания, чтобы вот как бы не потерялась влага кожи. И мягкими как бы такими движениями распределяется по лицу. Считается, что ватным тампоном это довольно травматично для кожи. Да, действительно, есть какой-то осадок здесь такой, я не знаю, что это такое, как он будет вот распыляться, не знаю, но вот точно я его буду переливать. В общем, он какой-то такой нелипкий, легкий, создает такую как бы пленку, которая быстро там впитывается. Есть такой немножко отдушка какая-то, запах не приторный, не противный, такой сладковатый немножко. Быстро он, в принципе, выветривается. Буду им пользоваться. Возможно, попробую его как дневное нанесение такое, как бы легкое, потому что не люблю, у меня жирная кожа, тяжесть какую-то на коже. Вот буду после умывания, например, его наносить вместо дневного крема. Ну, если будет мало, буду еще что-то сочетать. Вот после умывания как бы тоники, вы сами, наверное, знаете. Еще заказала повторно вот такие бальзамчики. Все никак не попробую, вечно у меня его забирают. Вот заказала на этот раз два, что если кто-то у меня вдруг потребует, вот я один себе заказала, попробую. Это получается, у меня есть отзыв от женщины, которая такая сделала, у нее татуированные как бы губы, и вот она, ей не надо как бы даже помада, и вот у нее была сухость губ излишняя, и вот здесь получается это бальзам для губ с гиалуроновой кислотой. Довольно здесь хорошее содержание ее гиалуронки этой. Даже на этом бальзаме есть всегда дата, что очень хорошо, что редко бывает на косметике из США. Вот. И отзыв такой, что очень напитывает губы, например, на утро они очень классно смотрятся. Если на ночь вот наносить, то очень классное как бы состояние губ. Ну, видимо, гиалуронка это делает. Такие вот как бы как будто силиконом накачанные. Ну, он запаха практически не имеет. Просто вот такой белый бальзам. Мне кажется, его тут хватит на вечность. Здесь 14 грамм. Состав здесь оливковое масло, алоэ, воск, вот дает эту густоту, изопропил миристейт, кокосовое масло, ши масло, содиум гиалуронат, гиалуроневая
гиалуроновая кислота это является. Поэтому буду пробовать этот бальзам. Тем более сейчас отопительный сезон, губы пересыхают, к вечеру очень хочется что-то такое нанести. Я пользуюсь просто бальзамчиками для губ, вот такие хербовские. Лучше всего они мне нравятся. Вот пришлось заказать вот эти две упаковки по 4,95, чтобы вот эти две упаковки можно было, ну, каждому вот этому бальзаму наборов шел такой наборчик мини-кисти, такие дорожные, в рождественской такой новогодней упаковочке, такие небольшие кисти, вот размеры коробочки, вот такой, как ладошка, получается, где-то. Это от Экотус, хорошая марка, здесь из переработанной, по-моему, металл переработанный, какой-то сделаны вот эти основания металлические, сами ручки из бамбука и кисточки из синтетического ворса. Но в принципе это хорошо. Три кисти: одна для пудры, вторая для глаз, для теней, и лайнер браш еще. Вот здесь вот такие три кисточки от Экотус. Это новинка. В принципе, кисти у Экотус хорошие, на подарочки можно. И вот тоже взяла, по-моему, как раз когда я делала заказ, я уже брала, мне, в принципе, доставался такой наборчик. Это от Таману и Чайное дерево, набор бальзамов от Sierra B с Таману и Чайным деревом. Бальзам для губ, набор 8 штук. Ну, как бы, каждый раз, когда делаю заказ, смотрю, что там, какая текущая акция, дня там, суток. Ну и стараюсь воспользоваться. Правда, если что-то я уже брала, я не могу уже по цене скидочной брать. Поэтому вот, ну, хотя вот опять же я брала уже по акции, по-моему, эти бальзамчики за доллар. А в этот раз мне еще удалось взять. Ну, как-то так раз на раз не приходится. Вот, еще заказала. Мне полюбились вот эти лаки от Mineral Fusion. Я уже брала несколько. Брала там светлые, брала. Этот называется каньон. Вот, кстати, протек он. У меня, кстати, не первый раз. У меня уже было такое, что лак приходил. Вот здесь следы, что он, видите, прошел. Лаки очень долго держатся. Хоть там в отзывах, что плохо, может, какая-то партия. Ну вот, хотя бывают, наверное, разные лаки. Я как-то первый лак, который этой марки взяла, он белый такой, его, по-моему, уже сняли с продажи. Он вообще облазил с какими-то блестками. Было его содрать было с ногтей нереально, но облазил он моментально. Вот такой абсурд. Вот я сейчас его нанесла, еще взяла, получается, топовое покрытие. И получается, вот я сейчас его уже побыстрячку нанесла. И у меня получается на одной руке один слой. И второй раз, второй руке тоже один слой лака. Ну вот на левой у меня с покрытием. Ну, в принципе, разница незаметно большая. Вот. А на правой без покрытия. Ну, так я вот нанесла как побыстрячку. В принципе, цвет, как всегда, отличается как на сайте, чем на сайте. Вот смотрите, я сейчас показываю, если тут камера передает. Такой, как бы, ну, приятный такой цвет. Я люблю такие. Он вроде как пастельный, но немножечко какие-то есть. Все-таки там мелкие-мелкие такие блестки, как... Такой перламутр какой-то, отлив есть. Ну, на руках он как матовый, мне кажется, больше смотрится. Вот люблю эти лаки, они очень долгоиграющие. Взяла еще с топом, чтобы вообще закрепить, не облупливалась, чтобы если там в воде много руки держите, то, конечно, может быстро облазить. Ну, не вонючие, кстати, я вот покрывала топом. Такой запах не сильно ядерный, такой химический. Лаки, я говорю, что мне вот я брала, у меня там еще есть стоун, там какое-то название, и кристалл как-то еще называется. В общем, тоже хорошо они держатся, долго мне хватает, и они не засыхают, не застывают, до конца можно допользоваться. В общем, классные лаки. По-моему, была даже акция, я вот стараюсь как-то акция, Mineral Fusion, это марка называется, я беру. Вот, еще, кстати, этой марки заказала вот такую помадку. У меня как-то с помадами сейчас напряженка, я заметила, и думаю, что-то надо заказывать. Помады очень дорогие, в основном на Херби. Я вот от Mineral Fusion брала как-то блеск для губ, такой тоже. Он выдвигается. Вот так вот. Вот такой цвет, кстати, очень они похожи чем-то с лаком. Сейчас я покажу, как он будет выглядеть. Такой
довольно так сильно не старайтесь не выдвигать. Ну, любую помаду нельзя, но вот эти натуральные, у меня был плачевный опыт, я как-то брала. Вот такой, как бы, получается свотч. Такой цвет, как он называется, этот тон? Хоть подскажите, Nude Chair. Ну да, действительно такой натуральный, нюд точнее. Такой, ну, сейчас я его, кстати, еще на губы не наносила. Сейчас я хотела показать, как оно выглядит новеньким. Сейчас я его попробую на вкус на губах, как это же я не люблю. Всякие не люблю химические, как бы, чтобы вкусы были. Ну, на губах он так воспринимается, как бы маслянистый, такой кремовый. Ощущение такое сразу увлажнения, смягчения губ есть. Есть такой немножко привкус масла какого-то, как даже подсолнечного. И пахнет, как какая-нибудь дорогая люксовая помада. Еще есть такой, как бы, оттенок. Вот. И, в принципе, тоже по нанесению очень похоже на дорогие помады. То есть она такая очень кремовая. Имеет такой... Я вот не могу, освещение не дневное. Такой немножко розоватый даже какой-то. Вот как вот румяна. Похоже, кстати, на румянец такой вот розовато. Вот такой цвет, в принципе, нравится. Я выбирала и по названию, и по палитре, и по отзывам. Ну и как бы по интуиции тоже. Я довольна. Не промазала, скажем так, светом. А, кстати, вот пока заряжалась у меня батарея от камеры, я нанесла на губы эту помаду. Ну, она действительно такая нюдовая. На губах такая розовинка. Очень, естественно, выглядят губы. Если не делать контур, то, в принципе, ну, на губах очень даже, естественно, выглядит такой макияж. Будет нюдовый, действительно, естественно. Мне, в принципе, она понравилась. По вкусу она нейтральная, в принципе. Есть какой-то... А, я нашла, кстати, где-то. Сейчас я почитаю, что там в составе. А, действительно, есть здесь масло подсолнечника. Я его, кстати, услышала сразу, как подсолнечного масла. Я его определила, но оно как бы и на первом месте. Кастроловое масло, сезам, масло сезам, воск есть, какао-масло. Кокосовое масло есть. Ну, в общем, хороший такой составчик. Натурально, действительно, такой и бальзам получается для губ, и еще помада. Так что розмариновое масло, алоэ вера экстракт, витамин С, токоферол и витамин Е. Это еще какие-то красители, видимо, есть. Не страшный состав, в принципе, ничего такого я страшного не увидела. Вот такой тон показывают нам. Вот. Ну, в принципе, марка хорошая. Я брала умывалку этой марки. Мне не понравилась. Она по составу не очень. И такое неприятное немножко ощущение от нее. Какое-то в глаза там попадало и все такое. Вот. Еще раз заказала вот такое по акции масло для рук. С хорошим составом. Идет сейчас акция. За $5 можете взять. Крем для ног я брала этой марки. Мне очень понравился. Такой маслянистый. Очень хорошо. Самый такой действенный из всех, которые я пробовала на сайте iHerb. Ну и вообще очень он такой, он, конечно, жирный, но здесь состав, конечно, классный. Натуральные масла, он пахнет, вот этот пахнет для рук, он больше цитрусовый пахнет. Вот видите, высыпается. Он такой тоже, там масло ши, кокосовое масло, у него такое, как у кокосового масла, консистенция. Но при соприкосновении с телом, как все масла такие твердые, подтаивает хорошо. Вот, и какао масло здесь есть, и грейпфрута, косточек масла, маранта, цитрусовые, там грейпфрут тоже, в общем, такой лемонграсс, в общем, вот такое приятное. Эта штука, ну и, в принципе, я для рук, может, мне даже жирновато будет, я больше нацелена пользоваться для ног. Вот у меня сейчас как раз для ног закончился, буду пользоваться. Так, это Real Purity, я о нем постоянно рассказываю, дезодорант самый удачный с iHerb. Заказываю, бросаю в каждую посылку, потому что постоянно у меня заканчивается, или еще у кого-то постоянно просят у меня его заказать. Кто сам не заказывает. Хороший дезик, советую всем. По акции взяла стевию. Это стевия с ванилью, досталась за $1. Тоже шла по акции. А, это, кстати, стевия, не бальзамы шли. Стевия шла, по-моему, по акции, когда я делала заказ как раз. Стевия я пользуюсь одна. У меня, правда, в жидком варианте мне больше нравится. Капаю там 2-3 капли, очень долго хватает. В порошках, конечно, на менее ее хватает, на меньше.
Здесь 75 пакетов. Добавлен здесь в составе есть мальтодекстрин рисовый. Это получается, так как стевия сама очень сладкая, и чтобы ее как-то дозировать, вот добавляется мальтодекстрин. Но он, по-моему, повышает калорийность. И, по-моему, у кого сахарный диабет, не рекомендуется, если я правильно все понимаю. Здесь еще натуральная ваниль, ну, вкус ванили я не сильно, кстати, люблю, я люблю чистое. И сертифицированная органическая стевия, экстракт стевии. 75 пакетов, так оно стоит, наверное, долларов 6-7, ну вот за доллар была акция. Смотрите, каждый раз, когда делаете заказ, смотрите текущие, заходите на страницу скидок и проверяйте текущие акции, потому что, ну, можете что-то пропустить. От Frondier люблю эту марку. Заказала индийский карри. Тоже раньше как-то я карри пользовалась. Сейчас в последнее время с этими вкуснейшими специями я как-то карри не заказывала. Вот запаковано все вот так. Вот такое это я уже нюхала. Очень пахучая такая, в порошок, как и должна быть. Вот такой дозатор здесь мелкий. Бывает крупнее, в зависимости какая специя. Турмерик, кориандр, тмин, лимонная цедра, ну как корочка, видимо, черный перец, лимонный порошок, кардамон, чеснок, каен и цинамон. Написано турмерик, кориандр и лимон. Без ГМО, индийский карри приправа. Сейчас она немножко в другом дизайне еще идет на сайте. Вот у меня уже пришла в новом дизайне. Вот такая приправа. Ну, мне понравилась, такая ароматная очень. Мне даже понравилось, что там корица. Ну, цинамон это, я забыла, что такое. Так, чай заказала. Вот у меня, я там брала по акции чаи тоже, на сайте были. Заказала чай с бергамотом. Вот такой он, немножко желтовато-зеленоватый, пропитанный, видимо, натуральным маслом. Да, написано черный чай, листья и натуральное масло бергамота. Ну, действительно, такого я еще в своей жизни не видела. Чай имеет, вот я даже сейчас, ох, такой запах. Чай имеет даже такой какой-то желтоватый такой цвет вот этого бергамота, растения полезный. Чай я вот заваривала один раз, очень ароматный. Я его очень чуть-чуть положила, потому что запах такой сильный, я побоялась. Я вообще раньше с бергамотом вообще чистый только чай пила. И только зеленый. Ну, сейчас я пью черный, потому что, ну, как-то мне от зеленого не очень хорошо. Ну, чай такой не крупнолистовой и не мелколистовой, средний такой. Ну, по отзывам, очень хороший чай. Сразу отзыв говорю, чай мне понравился. Я по отзывам его выбирала и хотела, чтобы он, ну, побольше его было. Здесь 100 грамм получается, потому что так чай, если в пакетиках брать 50 грамм, быстро он закончится. Поэтому я пока в следующий раз что-то закажу, вот у меня будет вот такой чай. Закончился у меня от этого бальзам. Полоскалка. Раньше я ими не пользовалась, ну, как бы проблемы с дёснами какие-то меня заставили что-то подумать, что делать. Вот я вот последний этот нутрибиотик пользовалась, он, конечно, бесконечный. Я его разбавляла где-то полколпачка воды, полколпачка средства, потому что он очень жжет, тут мятный, он такой как бы натуральный. Ну, нутрибиотик марка у них еще получается, косточки грейпфрута добавляются, но они как антибиотик являются. Ну, в общем, хорошо так заживило мне десны, было какое-то такое, какое-то непонятное. Здесь рекомендуется 10-20 секунд полоскать один колпачок, по-моему, да. Но один колпачок я не рекомендую, потом такой, как сушняк, может быть, даже. Вот, он мне понравился, я перед этим брала там самые там по отзывам популярные, но тут мне вообще никакой показался. Для разнообразия я еще заказала, конечно, если что, я вернусь всегда к нутрибиотику, потому что я от нутрибиотик зубной пастой пользуюсь, всегда к ней возвращаюсь, сколько бы ни пробовала, мне там может 10 паст стоять. Вот без этой не могу, у них такая тоже гель-паста, очень хорошо заживляет десны, останавливает моментально какие-то кровотечения, ранки. Вот. И вот этот я попробовала тоже уже один раз. Этот, наверное, не такой экономный. Здесь по объему здесь 480 миллиграмм. Нутрибиотик 473. В принципе, по объему они одинаковые. Здесь рекомендуется, по-моему, два колпачка. Ну, вот этих, видимо, колпачков. Ну, в принципе, здесь удобнее просто, видно, с горла будет. Потому что два, да, колпачка, 30-60 секунд полоскать. Здесь чем интересен он, я как бы в составе такого не вычитала, но прочитала, что здесь в составе есть какие-то полезные
здесь фолиевая кислота, коэнзим Q10. В общем, здесь есть полезные какие-то для флоры, как бы. Ну, здесь какая-то есть добавлено, что нормализует микрофлору слизистой. Поэтому, я так поняла, очень классная штука. Мятная она, Cool Mint написано. Да, мята есть, ну, как, конечно, она немножко такая аптечная, лекарственная. Такой у нее какой-то запах лекарственный присутствует, я бы так сказала. Вот, но вот что сразу первое мне кинулось в глаза, по ощущениям я когда полоскала, получается как диагностика, то есть я сразу почувствовала все какие-то ранки, где вот находятся, то есть сразу мне начало так припекать, прижигать, то есть она, видимо, все-таки очень хорошо работает. Ну и не зря на нее очень хорошие отзывы. Первое мое ощущение очень приятное. И не жжет, как нутрибиотик, и совсем не нулевое, как вот предыдущий я там какой-то пробовала. Он работает, и сразу слышно вот некоторые такие, видимо, где, возможно, после чистки зубов какие-то повреждения. Если чувствительные десны, то по-любому мы после чистки зубов травмируем десны. Вот эта штука мне понравилась. Я думаю, что да пользуюсь уж точно. У меня, получается, я по грибам все время заказываю. По грибам да по грибам. Вот на этот раз тоже по скидке взяла от фунжологии. У них сейчас идет там на разные грибы. У меня еще некоторые есть в наличии. А вот риши не шла акция. Вот этот риши у них стоит в порошке 100 грамм где-то 24 доллара. И по скидке где-то, например, 10-12, да. И поэтому я взяла вот иммунный как бы сбор, микс грибов разных. Здесь и кордицепс есть на последнем, правда, месте. Грифола курчавая, кориолус есть, агарикус, гонодерма лицидум и кордицепс. Еще что-то есть, лентинула эдодес. Не знаю, вот это что такое. Вот. Ну, это как бы иммунный сбор такой как бы мощный. Я сейчас грибы вот эти пью. Я и рейши, и майтаки, и шиитаки. Там, в общем, все подряд пью, что вот эта марка выкидывает. По скидкам мне на порошках больше понравилось. Мне хватает, наверное, на 2 месяца где-то. А рейши почему заказала? Потому что на рейши хорошие отзывы, что это БАД, грибы, которые работают против аллергии. Нужно 2 капсулы. 2 раза в день. Ну вот почему не люблю в капсулах брать, потому что вот видите, здесь, например, 60 штук, надо 4 в день, даже на месяц не хватит. То есть, ну, я буду где-то 2, наверное, пить. А сколько в одной капсуле? В одной капсуле у нас, нет, в двух капсулах, состав двух капсулах, 880 миллиграмм и 30 как бы порций, да, типа. Ну, вот по 2, если пить, тогда, может, и на месяц хватит. Ну, посмотрю. Ну, заказала пока рейши, пока его не могу по скидкам получить. Так, это тоже по акции. Я взяла коэнзим Q10, заметила, я пью. Я там понабирала там от California Gold как-то, по-моему, по доллару или 2 доллара. В общем, там ну, баночка 30 капсул, 100 миллиграмм в одной капсуле коэнзима Q10. Заметила, что как-то вот лучше башка стала варить. Ну, в общем, коэнзим Q10, он хороший, полезный для сердца, для сосудов. У меня есть как бы метеозависимость, головные боли, там давление было вот такое. Еще, конечно, магний. Если вы страдаете головными болями, метеозависимостями, я стараюсь постоянно брать магний 500 миллиграмм где-то в день и коэнзима, чтобы было не меньше 100 миллиграмм. Здесь хорошая вместимость, 120 гелевых капсул. Посмотрим. Так, сейчас распечатаем. Ага, вот такие, да, такие оранжевенькие, как всегда. Капсулки приятненькие. Вот я как бы стараюсь коэнзим Q10 теперь на регулярной основе принимать. Он получается для омоложения, для сосудов. Еще здесь получается черный перец добавлен. Ну, вот эта марка Dr. Best. У них в основном идет с биопреном, он 5 миллиграмм. Не знаю зачем, наверное, тоже полезно. Вот, ну, в общем, для сердца, для, получается, для памяти, для энергии. Желательно его принимать в первой половине дня, потому что он дает прилив сил, какого-то привыкания там или каких-то побочников не будет. Все хорошо. Вот. Ну, в принципе, я заказала по акции, по-моему, за 6-7 долларов. В общем, хорошая скидка на него была. Вот выгоднее брать, чем сейчас идет от California Gold. Там у них, по-моему, под 5 долларов идет. Поэтому, если вам нужен коэнзим Q10, то вот, пожалуйста,
Обратите внимание на Доктор Бест. Так, еще заказала. Крёгер, я что-то вот забросила и не хочу принимать химию никакую, периодически делаю антипаразитарные такие чистки. И вот это вот комбинация полыни, здесь 100 капсул. Я, здесь получается рекомендуется 2 капсулы 3 раза в день пропивать 16 дней. Я пропивала таким курсом, хорошо работает, единственное, открывается жор. Сразу предупреждаю, что может появиться очень сильный аппетит. При приеме здесь состав очень такой мощный, чтобы не принимать всякую химию аптечную для профилактики от паразитов всевозможных. Это мощная смесь. В общем, здесь мощный такой состав. Полынь здесь еще в составе. Вот. Но я принимаю по другой схеме. Я эту схему вычитала в отзывах на сайте Ахирп. Женщина предложила такой вариант. Она сама по себе, по-моему, медик. И она сказала, что принимает, кажется, 10 таблеток, 10 капсул раз в неделю. Мне такая... Или можно принимать просто такой лайт-вариант. Ну, вот это получается... Это же курсом пропивается 2 капсулы 3 раза в день, 16 дней. И потом перерыв делается, и надо еще через какой-то период опять повторить. Или можно на постоянной основе, чтобы не засорять организм, для профилактики пить одну штуку в день, одну капсулу, или тогда вот 10 в неделю. Мне вот подходит вот такой прием, мне нравится. Потому что если я пью на постоянной основе, сильно мне не нравится, что оно усиливает аппетит. Это не очень как бы хорошо. Вот. Все запаковано. Вот так вот все открывается. Так все достается. Здесь такие капсулы. Обычные травяные капсулы. Довольно такие, ну, приятно пахнут. В принципе, неплохо. Срок годности до февраля 2019 года. Нормальный срок годности. Так что вот эту добавку не первый раз беру. Не впервые. Очень хорошая по цене, по качеству. Еще есть у этой марки Крюгер. Крюгер Херб. Целый набор, там 3, по-моему, идет добавки, как курс, чтобы пройти. Ну, он в 3 раза и дороже стоит. То есть там получается 3 баночки, там комбинация полыни, еще там еще что-то, 2, я не помню, что именно. По-моему, там еще отдельно черный орех, вот этот Black Walnut. По-моему, еще гвоздика должна быть. Да, наверное, гвоздика, потому что тут что-то я не перевела. Да, гвоздика еще, по-моему, здесь в составе есть. Кверцетин я свой заказала. Вернулась опять я к этому кверцетину. Пропила я до конца кверцетин вот этот в жидкой форме. Ну, что могу сказать? Мне поначалу он понравился. Я даже поначалу неправильно его принимала. Я думала, что здесь 2 капли надо. Здесь 2 капельницы. Здесь вот такие вот... Вот такая вот эта пипетка. Вот, и дозировка где-то идет здесь в одной пипетке, получается, в двух, то есть, пипетках 134 миллиграмма. Я кверцетина пью 500 тысяч миллиграмм, поэтому как бы мне маловато. Я длительное время не могла привыкнуть подобрать себе дозировку, но для меня он слабоват. Этот кверцетин, у меня опять появилось какие-то такие непонятные, неприятные ощущения аллергические, такие, как ринит аллергический. Поэтому я... с нетерпением уже дождалась своего кверцетина. Здесь понятная дозировка. Здесь в одной таблетке капсуле 500 миллиграмм. Я принимаю одну или две, бывает, в зависимости от моего состояния. Мне здесь эта марка нравится, потому что здесь самая большая вместимость. Здесь получается в одной капсуле 500 миллиграмм кверцетина и 40 грамм L-лисофосфатидила какого-то холина. Рекомендуется принимать одну капсулу 3 раза в день. Ну, в принципе, кверцетин, он от аллергии. Здесь еще на баночке написано, что здоровье простаты и почек. В принципе, кверцетин, он и хорошо воздействует на заболевания там суставов всевозможные. В принципе, это антиоксидант такой. Он содержится в шкурке овощей, в кожуру, которую мы очищаем, там большое количество кверцетина. Я в основном, если у меня нету кверцетина в БАДах, завариваю себе луковую шелуху. Ну, я 100 раз уже об этом рассказывала. И, в принципе, в ней содержится большое количество кверцетина. Тоже хорошо помогает при аллергиях. Вот. Этот кверцетин мне нравится, потому что на сайте с такой вместимостью я больше не нашла. Есть там, по-моему,
еще какая-то марка, но мне он не подошел. Там в одной таблетке получается даже 1 грамм кверцетина. И вообще он мне не работал, я не помню. Я уже перепробовала почти все, которые с нормальной вместимостью, не 30 миллиграмм, потому что это все не, ну, не помогает мне, лично мне, может кому-то можно и меньше. Но вообще кверцетина можно принимать до 3 грамма в день, то есть, грубо говоря, вот 6 капсул. Лучше не, ну, больше 3 приемов, например, по 2 капсулы желательно не злоупотреблять, потому что, ну, могут какие-то быть, что ли, на почке там осложнения или еще что-то. В общем, еще вот заказала такие конфеты. Вот я уже распаковала одну, 2 штуки. Одну я заказала на подарки племянникам, отправлю. Хорошие конфеты, что-то мне не понравилось. Это получается от Humert Organics. Органические такие конфетки с соком, там сахар как бы натуральный, ну, сказать, что без сахара, то как бы неправильно будет сказать. Здесь получается в составе сироп коричневого риса и органический тростниковый, по-моему, сок, да, тростниковый. Здесь получается несколько вкусов, там гранатовый, клубничный. Просто вот все вот эти конфеты вы можете купить по отдельности. А здесь чем классно эта пачка? Здесь 50 плюс написано. Больше 50 получается. Ну, в зависимости, видимо, там фасуется по весу. 349 грамм в одной коробке. В одной такой пачке. В одной конфетке 22 калории. И классно, что здесь микс всевозможных вкусов. Там персик, танго-манго, это манго там, грейпфрут, гранат, вишня, в общем, я говорила, да. Вот, хорошие конфеты, и почему-то мне они даже нравятся больше, чем просто есть такие в фантиках. На палочке мне вкуснее как бы нравятся. Я в фантиках как-то мне не очень просто понравились, как карамельки. Здесь такая особенность, они на бумажной палочке, не пострадало ни одно дерево. Вот, так что такие вот натуральные конфетки, там целая есть там легенда про изготовителей, они сами делали для своих детей, как для себя, в общем, все там поэтому качественно, входят натуральные соки, нету, по-моему, красителей никаких там искусственных, поэтому натуральные ароматы. Вот, хорошие конфетки. Вот. И сладости еще в этой посылочке у меня шоколадка. Уже, правда, пол шоколадки осталось. Это как раз единственное, что, в принципе, пострадало от моющего от этого средства для посуды. Вот черный шоколад с какао-нипсами. Нипсы так называются. В общем, короче говоря, здесь такие как бы кусочки, стружки как бы какао попадаются. Очень прикольно похрустывает. Ну, прям чистый там какао-бобы попадаются. Я уже не первый раз заказываю этот шоколад. Именно эта марка мне очень нравится. У них качественный шоколад. Ну, конечно, его не наберешь много. У меня все мечта целую посылку забить шоколадом и уже попробовать, что нравится, что попробовать что-то новое. Ингредиенты здесь. Шоколад. Шоколадный ликер, сахар, тростниковый сахар, какао, ну, то есть не белый, какао масло, соевый лецитин, ваниль, какао нипсы, то есть вот эти вот как бы какао стружка такая, стружка какао, как это переводится точно. Ну, вот, если введете какао нипс, вы тогда найдете этот шоколад. 72%. Вообще полезно очень, полезнее, конечно, не молочный шоколад, но я как бы люблю больше черный шоколад, мне нравится. Его не надо сразу, если вам он кажется горьким, вы просто его подержите во рту, он потает, и вы тогда действительно поймете, что вкус шоколада настоящий, какой здесь уже, конечно, мало его осталось. Он, кстати, вот такой раскрошенный пришел. Он часто ломается, потому что в посылке, ну, если есть что-то тяжелое, и как у меня было место, хотя там проложили американский воздух в целлофанчике, все равно он немножко побился. Ну, это никак не влияет на вкус. Все равно он остается вкусным. Такая у меня была посылка, как
немножко такая хаотичная, потому что много всего. Спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите мой канал и подписываетесь на него. Используйте мой код SJS024 при первом вашем заказе. Тогда вы получите $5 скидки и еще 5% при сумме заказа свыше $40. На сайте Ahir постоянно проходят какие-то акции и скидки. Не забывайте пользоваться. Заходите в распродажу, заходите в раздел Short Date. Я под видео все ссылочки даю на товар, на раздел Short Date. Так что приходите, заходите на сайт, смотрите, выбирайте. Не забывайте заходить еще, если вы первый раз делаете заказ. Тоже там вверху сайта есть такая ссылочка на пробные образцы, там чуть ли не бесплатно вы можете получить какую-то пробную продукцию. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.